Студенты-путешественники. В Ивановском государственном университете начал свою работу Welcome Center. Это объединение учащихся, которые разрабатывают туристические проекты для таких же ребят, как они сами, студентов своего вуза и гостей. Презентация Welcome Center состоялась во вторник. Большинство молодежи сейчас думает, что проще уехать из города, чем изменить то, что есть. И есть у нас много, хорошие вещи, есть прекрасная история, прекрасная архитектура. И мне кажется, Welcome Center здесь должен выступать таким популяризатором, патриотизма нашего города, потому что и нам есть что посмотреть, на самом деле, не только приезжим людям. Презентации уже предшествовала большая работа. В гости приезжали студенты из Ярославля и Костромы. Для них был полностью организован досуг. У нас в России сейчас порядка 15 Welcome Center'ов. Допустим, к нам захотел приехать Ярославль с Костромой. Они нам сказали, что мы к вам приедем на 2 дня. Собственно, мы для них полностью организуем тур, начиная с проживания, питания, досуга. То есть, в общем, на 2 дня они полностью в нашем распоряжении. Сейчас Welcome Center займется составлением рейтинга самых удачных мест для проведения новогодних каникул. Безусловно, это будет наш Ивановский регион и предложение, как посмотреть на свою область под новым углом. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.